И всем привет, с вами я первый, и мы наконец-таки продолжаем проходить Мадагаскар 3. Я очень давно в него не играл. Итак, нам что-то надо сделать, пока я тут разбирался с записью, нас обнаружили эти странные охранники. Что-то тут тебя очень. This should satisfy Julian. Am I a master? Тут нету яркости какой-нибудь, походу нет. Disguise or what? Что надо собирать? Цель в городе, цель задания. А, диско-шары и вот эту какую-то хрень. Попробуем собрать что. Ну это все вроде. Я уже даже по именам, по-моему, забыл. О, вот этот градусник для тебя, я помню. Мельман. Будем ориентироваться по карте. О, можем посмотреть как раз таки. Достать очки и переустроить большую телевизионную антенну в городе. Попробуем как-нибудь. Слишком медленно ты, Мильябан. Бойтесь меня. Блин, я 100 лет в эту скучную игру не играл. Узбагуйтесь. Все хорошо. Всего лишь бродит тут жираф. Ничего такого нет. Пытаются проникнуть туда. Сколько у вас таких орущих, пищащих, писклявых морд. Так, по-моему, нам туда. Стой, даже по шарикам. Бери свой градусник. Так, где-то рядом стопудово, можно... Какие-то вы все в жопу. Ну, Еще один градусник. Диско-шар. Так, и как туда взобраться? Надо бежать отсюда. Бежать из города. Зато вали орать в один орать! Пошел в жопу! Отвалите от меня! Я ничего не вижу. Ты как вы меня нашли?
Так как этот говнюк меня увидел? Слишком умный ты сдал вдруг. Умный говнюк. Феликс, поперли отсюда. Нас хватит. Time to be lying low. О, черт, тут это тупая злая девчонка, которая нас сожрать готова. I think I would go to the circus if it's still down. I think. Так. Задрали уже. Перед отсюда. Ah, it must be nearby. Oh yeah, there he is. Зачем он нам сюда показал? Тут настолько темно, что ни хрена не видно, что тут делать надо. Так, ну 10 сраные ворота открою. Ну конечно, их надо с той стороны открыть. Так, и там еще мертвый скашер. The king is back. Чё-то я без понятия. Куда дальше? Чего тут шарики? Показывающий, что нам сюда. О, вот куда можно. Отлично. Мелвин, if we run into Dubois, don't try to be a hero. Hello? Look who you're talking to. Пукнул. Отлично. Теперь наш шестой друг может залезть сюда, наверное. Alex, can I borrow you for a sec? Зачем тебе? Я. Нет, тут как бы уже. Help me out, Melman. Чё спрыгнул, идиот? Alex, if you're not too busy, could you help me out? Тебе никто не говорил спрыгивать. Oh, тихо. Сейчас я все устрою. Okay, what is up with all the wood? Achoo! Are you sure this will work? Achoo! Что надо сделать с этим ящиком? Melman, I could use a hand. Я без понятия, что надо сделать. Да. Думал забраться так. Отскакивает. Не, сейчас заберусь баговскую. Вот так нафиг. Забрался. Since no one else is saying it, gazoon type. Окей. Так нам не пришлось его перебрасывать. Remember, Melvin, this is Pisa incognito. Don't attract attention. Just blend in.
Да, прямо сосед. Смешайся с толпой. Без понятия, что делать тут. О, здесь работает. Там почему-то не работало. Значит, это баг был такой. Ай-яй-яй. Та-да! Guess what Julian's looking for. Отлично. Как ты мог упасть? Отлично. Come here, Melman, I need you. Тихо. Нет! Help me out, Melman. Ладно. Да, отлично запрыгнул, между прочим. Твою же, блин! Грёбаное говно! И теперь за тебя всё сначала. Не поможет он тебе, иди ты нафиг. Да. Он тут падает сквозь текстурку. Окей, сейчас я... По палочке. Забрался сюда. Так, а тут всего лишь был диско-шар, которых уже у нас полдо. Я ради этого туда шел. Еще один диско-шар. Что у нас там? Надо расклеить эти штуки. Пошли-ка отсюда. За твоим градусником. Нам везет с градусниками. Их много. I'll gather the wood, but I am not building whatever we're building. Еще градусник. Надо еще три штучки найти, постараться. Ну и что тут? Nothing to see here. Тут Мелман показан. А, и этот. И Алекс тоже. Куда нам идти? Я не вижу, куда нам идти. Вот да. Надеюсь, ты сможешь что-то сделать. Так. Он тебя не должен выручать, идиот. Как туда проникнуть? Что-то я не врубаюсь особо. Красавчик, чё. Главное, чтобы Мелман не спрыгнул.
Так, может найдем что-нибудь здесь? Уже пропустил что-то. Да вот именно что ничего. Тихо. Ты куда идешь? Мне кажется, вот так надо. Ой. Здесь я тут нужен. Пошли. Почему они только здесь открываются? Блин, такой огромный путь надо проходить. Кошар, да, ну его? О, ты его зовешь из ниоткуда, да? Ты серьезно, Алекс? Да блин, запрыгни ты нормально на эту палку. Так. Отлично. Да, ты можешь использовать руку. Слава богу, что эта херня случилась. Почему когда надо, она не случается? Тут секретка какая-то, я смотрю, что ли. Может, нам в одну из этих дырочек залезть? И боже. Как всегда, в принципе. Так, ну я вроде знаю, как тут допрыгнуть. Come here, Melman, I need you. Yes, I'm that good. Так, Мелман, мы пришли к тебе. Ну да, конечно, тут странная невидимая текстурка. Эй-эй-эй. И что нам теперь делать? Как туда проникнуть? Чё, зря лезли? Вряд ли я смогу эту текстуру перепрыгнуть. Дайте хоть какую-то подсказочку. А, вот! Вот куда можно пойти еще. Alex, do you have any performance tips for me, you know, to wow the crowd? Just go with the flow, Melman. Let the cheers roll over you and roar. They always love a good roar. Так, я даже не уверен, что мы движемся в правильном направлении. Я думал, я сюда не залезу больше. О-о-о. Мы... попали. А, надо снизу, наверное, пройти. Сейчас. Я надеюсь, что это верный путь. Julian will be happy with this. Пофиг. О! Отлично! Наконец-то куда надо приперлись. А то мы все время не туда, куда надо. Есть. Фух. Так, иди, меломан. Там тебя градусник заждался. А, ну мы не смогли бы сюда так пройти тогда. Здесь тебе градусник дожидается. Че, боишься прыгать, что ли? 13. Я хочу все градусники. Так, идите вы все.
Я градусники ищу. Тупые текстурки. Слепой. Хватит каждого моего шашка пугаться. А куда он идет-то? Чувак, куда собрался? Воу-воу-воу, полегче, полегче. Ладно, он просто в текстурке застрял. Я хочу найти последний градусник. То есть последние два. Должны же они где-то тут лежать. Я их так просто не упущу. Хотя, в принципе, можем не задерживаться и прям сейчас идти. О, 14. Давайте еще один нужен. Где этот Алекс засел? Тут звездочка для тебя есть. Мимо! Этот все ходит тут. Бедняжка. Ради одной звезды можно было так и не допрягаться. Только время потерял. Так, пошли искать твой последний градусник. Только ты рядом со мной держись, окей? Так, что у нас тут? Да. Тут пусто. Где-то лежит последний градусник, то я не могу его найти. А, это для Алекса. Давайте посмотрим. Может, что сбросить нужно будет. Тут градусник! Невозможно взобраться. Am I a master of disguise or what? Специально туда засунули, чтобы невозможно было пройти. Ну ладно, пошли поищем градусник в другом месте. Где его возможно хотя бы достать. Я хочу этот градусник. Ну его нигде нет. Я все улицы обошел. Вот они думали, разработчики, когда этот градусник ставили. А может ли этот жердодебил пройти туда? О, о, о.
Все, короче. Закругляем поиски. Не буду я искать этот градусник. Судя по всему, он там последний. Все. Задание выполнено. Что дальше? Good news, bad news, people. Good news is the publicity stunt is coming along nicely. And a TV reception has never been better. We have television. Also, the disco balls are extra sparkly and will look wonderful on my tower. Bad news is Alex and Marty got nabbed by animal control. They're being held at the marked location. Melman, Gloria, I'm counting on you to bust them out. Отлично, у нас опять Мэлман и Глория. Этих двух лахов схватили. И теперь их надо спасать. Наверное, Мэлман забыл, это можно будет еще один градусник взять. Получить что-нибудь ты. Я чуть-чуть отодвину, возможно, вам это мешало. Эти звуки. Звуки с поиски. Заново надо. Тогда ну дафиг. Я это даже собирать не буду. Так, их держит. Ты чё, ты чего? Залезла туда. Эй, как вылезти? Я застрял. Melman, if animal control shows up, stay behind me. You do not have to tell me twice. О, чёрт, там эта тупая бабка. Бешеная. Так, время освобождать наших дружков. Это было проще простого. Melman, sweetie, I need you over here. Melman, damsel in distress here. Да, отлично, конечно. Нас поймали. Идите нафиг! Злая тетка. Так, аккуратно пошли мимо. Где этот? I hope they catch these animals soon. Длинношейный. Им надо вдвоем эту дверку открывать. Ну, сейчас мы. Давай, иди сюда. Отлично. Sure could use some help, sweetie. Animal control! Попёрли! Ух ты ж! Это было близко! Бежим! Мэлман отстает туда, ладно, это пофиг! Какое охеренное деревце, я его поймаю! Пошли отсюда! Все, улизнули мы, как нифиг делать. Это было очень легко. Все, сопроводили вас. Do-do-do!